Сегодня, 9 апреля, стало известно, что скончался известный театральный режиссер и директор и основатель театра «Русская антреприза» Рудольф Фурманов. Ему было 82 года. О его смерти сообщил в своем телеграм-канале писатель и журналист Павел Смоляк. «Большая утрата. Умер наш дорогой и любимый друг, Рудольф Фурманов», – печально объявил журналист. В прошлом году Рудольф Фурманов перенес коронавирус. Болезнь протекала тяжело. В марте этого года СМИ сообщали о том, что режиссер уже около 5 месяцев находится на реабилитации после перенесенного недуга. Сообщалось, что состояние Фурманова улучшалось, он постепенно шел на поправку. Судя по всему, чудо так и не случилось, а последствия от коронавируса сыграли свою роль в резком ухудшении самочувствия режиссера. Однако на данный момент причина смерти Фурманова не сообщается.